Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Сегодня мы опять собрались предприниматели, которые находятся в Турции, с Украины. И спикер Сергей Волченко расскажет нам очень интересную информацию. Я приехал сюда в 2003 году, я живу здесь уже 20 лет, почти 20 лет, и живу непосредственно в Анталии. Вы сюда приехали как открывать бизнес или устроились на работу? Я приехал сюда по семейным причинам, у меня жена из Турции. Начать жить. Я не уговорил поехать к нам, она уговорила мне приехать сюда. Поэтому так началась моя жизнь здесь. Как вы оказались в компании «Тальянского»? Я немножко чуть-чуть о себе расскажу. То есть еще раз для тех, кто может не знать, меня зовут Сергей Волченков. Я из Украины, я из Днепропетровска, Днепр сейчас. И по профессии инженер-строитель сам. Работал в Украине достаточно большое время и работал здесь также. Да, пока не нашел себя вот в этом новом бизнесе. Потому что это было давно, многие не знают, например, русским, украинцам, казахам нельзя было покупать недвижимость в Турции до 2004 года. Только немцы могли это делать, многие могли это делать, но у наших соотечественников не было такой возможности. Вот только в 2004 году вышел первый закон, который разрешал это делать. И вот как раз я приехал на закон, да, это так все сложилось, что мне эта тема не казалась интересной. Ну, как ниша? Ну, как ниша, да, как тема немножко связана с моим бизнесом, строительством там, и так далее. То есть, действительно, потому что я попробовал себя по своей профессии, это было нелегко отказаться от нее. Я имею в виду, когда ты, у тебя есть там, например, строитель, ты учился всю жизнь, да, ты там что-то там знаешь, и менять сферу деятельности, это непросто. Но, с другой стороны, я понял, что никогда я не буду успешнее или лучше, чем турецкий там инженер-строитель. Да? Поэтому я решил поменять нишу. Тем более появилась такая интересная ниша, интересная возможность. И вы в Тальянском с 2004 года? В 2004 году я начал как раз, во-первых, я пошел на первые курсы, которые были связаны с недвижимостью тогда. И как раз начал работу в Тальянс Хоумс, потому что тогда эта компания открыла только офис в Анталии, у нее был до этого офис в Лаве. И вот где-то с 2004 года мы вместе. То есть сначала я работал просто как специалист, привлеченный там основной, а уже потом стал через какое-то время совладельцем компании. Если я правильно понимаю, то Тальянс Хоумс на сегодняшний момент занимается не только сопровождением сделок по недвижимости, не только в этой сфере, а вообще сопровождением любого бизнеса. Тут немножко не совсем так, потому что наша основная цель – это действительно недвижимость, основное направление недвижимости, которым мы занимаемся. Но кроме этого, у нас есть еще и туристический бизнес. Мы управляем там определенными сетями отелей, управление, то есть у нас большой опыт в этом. И есть опыт еще связанный с экспортом и импортом, тоже мы занимались там активно несколько лет. Но, опять же, здесь я больше для того, что занимаясь бизнесом, там, и недвижимостью, и туризмом, и экспортом, ты уже знаешь, как работает вся эта система. Я почему задала вопрос, по каким нишам работает Тальянс.ком, потому что один из актуальных вопросов, и у вас в том числе в чате вы делали вопрос, какие темы для наших предпринимателей актуальны, один из вопросов был, это какие ниши здесь на Антонийском узбережье, ну, как для бизнеса, да, актуальны. Какие еще ниши, кроме недвижки и туризма? Ну, Анталия – это такое место, где, в принципе, здесь почти нет фабрик. Да? Здесь есть организационная, как они называют его, где есть определенные фабрики, но здесь это не место производства. Да? И основное здесь ниша – это все-таки недвижимость, это все-таки туризм и это сельское хозяйство. То есть основное, на чем держится экономика вообще этих регионов. То есть это три таких вот кита, ну и, конечно, там, фабрики здесь есть, они вот в районе Вышималты есть, еще раз повторюсь, область, которая называется организационная, то есть это организованная фабричная зона, соответственно. Вот. И там они открывают, но по меркам Турции, Анталия, это очень небольшой промышленный город, скажем так, да? Потому что есть такие крупные монстры, как Газетеп, Бурса, Стамбул, да, производство
Анталия по сравнению с ними достаточно маленькая. Тут есть фабрики, есть хорошие большие фабрики, известные фабрики, которые делают, например, там окна, делают там ДСП, они и по меркам Турции, по меркам мира, в том числе известные, но их не очень много. Хорошо, если этот вопрос актуален для людей, вот рассматривать сейчас недвижимость. Но с марта месяца, если я не ошибаюсь, недвижимость выросла где-то на 30-40%, как в аренде, так и в купле-продаже. И вот вопрос сейчас актуальный для тех, кто рассматривает инвестиции в недвижимость. Это сейчас вкладывать или подождать, цены упадут? Ну, был вопрос касаемо именно вкладывать сейчас или цены упадут. Вы знаете, я такое, как что сейчас происходит, я первый раз вижу такое. Ну, все первый раз. И действительно за 3-4 месяца цены поднялись на 30-40%, а у многих рынках на 100%. Да? Поэтому для меня сейчас именно как вкладывание, если ты покупаешь для себя, ну, это можно купить, да, потому что я не думаю, что сильно цены будут идти вниз. Скорее всего, они стабилизируются, и на этом направлении вас плюс-минус где-то будут находиться. Но я бы больше, скорее всего, сказал, что сейчас рынок достаточно перегрет. Именно вот в этих областях. Есть интересные области, да, такие как Мерси, да, то есть там еще все впереди. Да, но здесь, в Анталии и Алании, например, уже достаточно высокая ценовая планка, и вкладываться, чтобы заработать, ну я бы, например, подумал об этом. Но опять же, для региона Мерси, например, я бы советую, у кого есть такие цели, то этот регион, который быстро догонит Анталию, и он достаточно перспективный. Ну, у меня тоже такое ощущение, что цены должны остановиться и больше не упадут и не вырастут. Вы знаете, может, чуть-чуть еще подумать. Да, наверное. Просто ты же когда, это даже не математика, многие там, я считаю, в группах, там вот, цена в Сочи, неважно, в Крыму такая-то, такая-то, далее, там, в России. Это немножко не так. Ты когда здесь каждый день живешь, каждый день общаешься с десятками клиентов в офисе. И ты чувствуешь рынок, как он себя ведет. И вот сейчас у меня такое ощущение, что он пика достиг, на пике находится, вряд ли будет дальше что-то, ну, конечно, зависит от ситуации в мире. И он где-то вот на этой ситуации будет колебаться, она, может быть, чуть-чуть пойдет вниз. Но опять же, есть проблема в Анталии, основная в чем, что здесь просто нет недвижимости. Да? То есть у нас впервые такое за многие лет работы. Количество клиентов гораздо больше, чем количество продаж, которые ты можешь предложить. Да, то есть раньше всегда было. То есть если мы говорим о новом строительстве, многоквартирных домов, это может быть интересно? Это может быть интересно, но, допустим, опять же, сейчас есть один из самых интересных перспектив. Здесь в Анталии нет места под застройку, самая проблемная часть. Поэтому и земля дорогая. Земля дорогая, есть только некоторая часть земли, где можно строить. А? Поэтому Алтентаж. Да, поэтому Алтентаж, те, кто в теме, да. Алтентаж, сейчас поедем, Алтентаж это коровы, это капуста по-прежнему еще, но Алтентаж через 5 лет это местный Париж, я могу это точно сказать, да. Но сейчас там ничего нет пока, но там будет все очень-очень цивильно. Ну, допустим, мы даже начиная вот той ситуации с войной, если там квартиру один плюс один, например, можно было купить, ну, за 60 тысяч евро, да, то сейчас, ну, это 85-90, да, то есть опять почти даже эта новая область, она подорожала очень сильно. То есть такая ситуация. А с какими сейчас к вам в офис предприниматели обращаются с запросами, более частые запросы сейчас? Ну, на предприниматели или люди, я не кто хочет недвижимость. У нас, может, как бизнес или люди с целью продать? Здесь многие, понимаете, самое интересное, что после начала войны очень много людей, вы видите, приехали сюда из Украины, из России в том числе. Да? То, что я вижу, когда это все закончится, наверное, основная часть украинцев вернется. Уже возвращается, да. У меня были родители здесь полтора месяца, они там походили, помучились. И уехали. В Украине. В Украине. Хотя, ну, Киев, да, уже много. Да? То есть я вижу однозначно, что Украина вернется в основную часть. Россия, по нашим, допустим, не то что статистике, а ежедневным клиентам, у нас, наверное, например, покупает 100 человек, ну, в Украине уже 3-4-5, остальное это там Россия. То есть
началом войны, как бы это не было удивительно, гораздо больше